Доброе утро, с вами Светлана Кириллова. Готовлю сегодня грейпфрутовые маффины. Но для этого мне понадобится, естественно, грейпфрут. Его нужно будет почистить, порезать. Но перед этим я возьму еще лимон и сниму с него цедру. Дальше возьмите грейпфрут, снимите с него шкурку и порежьте на мелкие кусочки. Этот рецепт хорош тем, что в него можно добавить, во-первых, любой фрукт, даже ягоды, а во-вторых, сделать маффины или целый пирог. Грейпфрут пока переложите в отдельную тарелку. Я его отправляю сразу к цедре. Когда будете его резать, по возможности отрежьте все лишние белые части, все прожилки. И, конечно же, убирайте лишние косточки. Для теста возьмите 3 яйца. Тесто будет бисквитное. И добавьте полстакана или стакан сахара. Здесь уже зависит от ваших вкусовых предпочтений. Тесто должно напоминать сметану по своей консистенции. Ну и после того, как вы ввели муку, добавляйте фрукты. Добавьте еще разрыхлитель и постепенно начинайте вводить муку. По чайной ложечке, совсем по чуть-чуть. И начинайте перемешивать. Очень аккуратно, для того, чтобы пена не опала. Формочки я предварительно смазала маслом. Запекаться маффины будут при температуре 180 градусов, и дайте им буквально 30 минут, все будет готово. Аромат свежей выпечки как нельзя лучше пробуждает по утрам. Маффины с грейпфрутом готовы. Приятного аппетита!